Детское время поселилось в историко-культурном центре 2 года назад. «Пусть дети пишут для детей» – так звучит замысел этого проекта, в ходе которого юные таланты нашего города знакомят школьников со своим творчеством. Я прихожу к выводу вот за эти 2 года, что практически любой ребенок талантлив, одарен и может стать героем детского времени. С героиней очередной встречи 10-летней Валерии Гавриловой Наталья Замарина познакомилась, когда была членом жюри краеведческого конкурса «Наш край». Ее привлекла работа учащейся 4 класса Видновской гимназии под названием «Воплощение иконописи в архитектуре». Валерия провела сравнительный анализ архитектуры храма Преображения Господня в селе Остров и иконы Преображения Господня Феофана Грека. Когда я приехала в Остров первый раз, меня поразил этот храм. Потому что на моем рисунке он мягкий очень, а на самом деле он прям как монстр. Из-за этого он меня поразил и захотелось о нем побольше узнать. Помимо краеведческой работы, юная видновчанка занимается в литературной студии, пишет стихи и рассказы. Свое первое стихотворение Лера написала в 6 лет. Пробовала она свои силы и в жанре рассказа. На встрече ребята из Видновской школы №2 со сцены читали произведения Валерии Гавриловой. Я поняла, что детское время, помимо такой вот развлекательной и такой популяризаторской деятельности, еще несет и воспитательную нагрузку, потому что дети начинают понимать, что за этими успехами, за этой сценической красотой стоит ежедневный систематический труд. На этом многогранный талант Валерии не заканчивается. Школьница еще увлекается живописью. Интересные картины с изображением собак и кошек, целая галерея исторических портретов. Также в ее работах затронута очень важная тема – Великой Отечественной войны. А кроме всего прочего, Валерия находит время на театральную студию, кружок юного медика и изучение немецкого языка. Зрители были под впечатлением. Хорошее было очень выступление этой девочки. Красивая, учится в 4-м классе, и пускай, чтобы она такая же была отличница, как и сейчас. Я очень удивилась, что столько увлечений разных. Это нужно очень много времени, чтобы всех заниматься ими всеми. В классе Валерия, конечно, лидер. Она пользуется авторитетом, уважением ребят. И это пример для подражания. Они сами восхищаются и удивляются. Она такая заводила, она всех вдохновляет. Все праздники организует именно она. Впереди у Валерии Гавриловой новая исследовательская работа, а также создание сборника биографий исторических личностей и многое-многое другое. Наталья Буслаева и я, Дамия, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.